В Ярославской области установлен особый противопожарный режим. Сегодня соответствующий указ подписал губернатор Сергей Ястребов. Продлится режим 21 день. Теперь на территории всего региона запрещено посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов или мусора. Кроме того, под запретом и выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесным массивам, а также проведение иных пожароопасных работ. Кроме того, председатель правительства Александр Князьков подписал постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ситуация серьезная практически по всей территории области. Вот в связи с такой установившейся погодой, теплой, отсутствием осадков, у нас третий класс пожарной опасности, и в перспективе к 3-4 мая ситуация только будет ухудшаться. Даже дойдем по некоторым районам и до 4 класса пожароопасности. Поэтому эта мера вынужденная.